Ребята, всем привет, кто меня смотрит. Это такое видео распаковка, что я купил. Это получается две кружки, две чашки. У меня наподобие такая уже есть одна от PlayStation. Ну не от PlayStation, а называется фирма Paladone. Вот, если кто хочет разный такой став по игровой тематике и тому подобное, можете в Google ввести, и вам высветятся всякие такие приколюхи интересные. Итак, начнем. Кстати, сегодня будет презентация вторая PlayStation. И там нам точно скажут цену. Но уже инсайдеры сказали, типа без привода Сонька будет стоить 400 евро, а с приводом 500. Вот, начнем с этой. Да, конечно, у них качество вот этой Paladone фирмы вообще отличнейшее, мне очень нравится. Такие у них даже коробочки интересные, прикольные. Это такая чашка кухоль, можно так сказать, бокал, вот. Он идет, по-моему, 650. Вот с этой стороны PlayStation значок классический. Она выполнена в таком сером цвете, как Сонька первая. На обратной стороне мы видим непосредственно первую Соньку и знак типа 1994 года. Вот, она такая добротная довольно-таки. Хорошо в руках ощущается. Внутри ничего нет. Странное бы, если бы там что-то было. Так, на обратное спод низу получается у нас сейчас. Я посмотрю. И особо так и не смотрел. Ну, тут какие-то обозначения непонятные. Вот. Это вот такая первая кружка. Переходим ко второй чашке. Это уже поменьше. Вообще-то я, кстати, на Prom.ua видел похожие. Но не от PlayStation, а просто типа Game. Там тоже вот такая коробочка. Похоже, той. Там получается Game, геймпад какой-то непонятный, и просто Game написано. Это у нас выполнено в стилистике четвертой Соньки. Вот DualShock 4. Тут даже вот нарисована зарядка и этот индикатор. Тоже так хорошо держится в руках. Под низу Paladone написано, на обратной стороне лох в квадрате, как обычно. Так, ребята, вот такой вот закуп у нас получается. Хочу передать привет, кто меня смотрит. Это Штормик, это Некит, Плей и Кирюха. Плей, по-моему, тоже так. Ну и Витек. Так, это тупо для вас было. Все, ребятки. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И если вы это видео посмотрите сейчас, 6.08, то приходите сегодня вечером на стримчик. Он будет в 11 вечера, будем смотреть презентацию вместе с моей женой. Все, всем спасибо за просмотр, ребята, всем пока!